Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры. Меня зовут Дмитрий, мы снова в Майнкрафте. И будем сегодня заниматься повседневными делами, как это мы обычно с вами и делаем. А дел у нас, как обычно, не в проворот. Блин, как же тут красиво. Решил посмотреть, что тут у меня делается под стенами. Да, и добраться до своего стеклянного моста. В прошлой серии мы построили вот этот вот замечательный мостик с утопцами внизу. Утопцев, кстати, нет, видимо, еще спят. Еще, видимо, не сезон. Еще, видимо, не проснулись. И будем постепенно оборудовать. Так, тут нельзя прыгать, тут надо аккуратно оборудовать вот этот островок. Раз мы его с вами захватили, теперь он полностью наш. А значит, что хотим, то здесь и будем строить. Насколько фантазия позволит, настолько мы с вами и обустроимся. Но сначала надо немножко нам... Ой. О, какие тут цветы. Немножко нужно нам под... укрепиться. Самое время, наверное, это сделать, потому что у нас всего две брони и ломается стальной меч. Если исследовать какие-то дальнейшие территории или захватывать еще какие-то острова, нужно хотя бы элементарное оружие. Самое элементарное оружие, которое бы позволило нам воевать с врагами. Поэтому сейчас мы с вами будем отправляться на поиски металла. Металла у нас нет вообще. Это мои животные так кричат. Его нет вообще, поэтому придется копать. У меня есть также еще и хорошая просто мечта. Просто замечательная мечта. Как-то законнектиться с тем холмом. Мне очень нравится этот холм, я постоянно на него смотрю. Так, давайте, наверное, взберемся, посмотрим. Тут у меня люк есть. Оба. Оба. Обожаю свой дом. Вернее, свою теплицу. Вон туда. Мы как-нибудь туда доберемся. Там более серьезные шахты, как я вижу. Смотрите, там дыры прям... прям с них валятся минералы. И нам надо к этим шахтам как-то законнектиться. И мы обязательно с вами это сделаем, возможно, даже построив мост. Есть такая мечта, конечно, было бы вообще офигительно построить мост над этим вот весь миром, локацией, и соединиться прямо с верхней вот этой точкой. А представьте, да? И плевал я на всех монстров, и на всех, кто там внизу ходит, рождается, плюется, обгаживается. Ну, в общем, не буду продолжать. Смотрите, какая погодка туманная сегодня, офигительное просто утро. Если это утро, конечно. Где солнце? А, не знаю, где солнце, его постоянно нет. Попробую его найти. И это вполне реально. Возможно, мы это и сделаем. Но сначала давайте укрепимся. Потому что в прошлой серии мы обнаружили монстра у себя в подвале, который сломал двери. И если бы у нас не было меча, то он бы нас разорвал. А меч у нас уже практически поизносился. Поэтому сейчас мы отправляемся с вами в шахту. Какая бы она опасна ни была, для этого нам нужно что? Для этого нам нужны факелы. Чем больше, тем лучше. Для этого нам нужна еда. Любая причем. Подожди, где ты? А, это моя кровать. Тут я еще ремонт не делал, поэтому не обращайте внимания на то, что здесь происходит. Самое ценное я выбрасываю. У меня, в принципе, ничего и нет. Мне нужна лопата и много инструмента. Вот, например, вот это, да? Каменная кирка. Но, в принципе, я ее могу сделать и там, по ходу дела. Правильно, я же могу это сделать. Да, нет, я не могу без верстака. Я могу удочку сделать. Факел могу слепить из древесного угля или просто угля. Факел, пожалуйста, сколько угодно. А вот кирку нет. Ну ладно, я думаю, нам на первую пору хватит. Что у нас с мясом? Что у нас с мясом? Пшеница. Может, с мяса перейдем на более другую пищу, менее мясистую. А какая есть? Давайте станем вегетарианцами на время. Хлеб, как он делается? Печенька. Что это такое за изюм, да? Показать рецепт. Рецепта нет. Восстанавливает одно здоровье. Пшеница, какао-бобы. Какао-бобов у нас, к сожалению, нет. Так, тушеные грибы, морковку мы еще не выращиваем, золотые яблоки. А что это за рецепт такие слабенькие? А это что, тыквенный пирог? А где обычный хлеб? Хлеб. Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Восстанавливаю 2,5 здоровья, 3 пшеницы.
Я его в руках слеплю, что ли? Без печи? А, ну. Мне просто интересно. Наверное, на верстаке хлеб сбацаю, да? Да, смотрите, просто берем и сбацываем. Ну все, еды я набрал. Возвращаем назад. Сколько он восстановит здоровье? 2,5. Не, ну понятно. Хорошая вещь. Хорошая, прихорошая вещь. Можем пойти собрать урожай пока что. Шахту можно идти и ночью, и не только ночью. Кстати, вот эти овцы, это не мои овцы. Это овцы, которые сюда забрели, поэтому можно ее убить. Собрать мясо. Мясо собрано? Да. И убить еще одну овцу. Извини, овца, мне нужна шерсть и мясо. Прости, что так вышло с тобой. Но ты, я думаю, утром придешь обратно. Сколько у меня мяса? 4. Просто у меня собаки охраняют мою территорию, а я их почти никогда не кормлю. Куры-то сами себя кормят, а собаки могут и помереть. Да, псы? Привет. Сырое мясо будете есть? Вам же не надо его жарить, правильно? Надеюсь, что нет. Так, подкормили. Тут я не могу. Подкормили. Еще у меня 2 питомца. Они просто меня обожают. Просто любят. Так, монстр. Вон здесь, да? Так, я тебя подкормлю сейчас. Он съел 2 куска мяса. Он съел 2 куска мяса и не сказал спасибо. Так, здорово. А что-то никого нет. Странно, кто ж рычит. За стеной, походу, кто-то рычит. Так, этот пес что-то без сердечек особо. Но он, конечно, у меня в боях участвует различных. Короче, монстр, походу, здесь, да, за окном. Я слышу где-то звук. Не знаю, пока не видно. Ладно. Мясо я потратил на это. Давайте мясо дадим теперь верхним. За стеной, скорее всего. Находится. Это собака? Если это собака. Не знаю, где он там находится. Ладно, где-то тут у меня еще один пес был, привет. Ты не озверел еще? А что ты вниз смотришь? Держи, тебе запеченную даю. О, этот нормальный. Этот довольный, что его покормили. А что тот недовольный, не могу понять. Что за дела? Эй, иди сюда. Ты мне нужен здесь. А не за дверью, иди сюда, говорю. Сяди. Во. Все, сиди тут. Сейчас я соберу урожай, оказывается, хлеб очень не, и ничего, даже питательный. Давай. Урожай надо собрать. И сразу же засадить обратно. Будем печь хлеб и наслаждаться жизнью. И не надо убивать животных какое-то время. Правда, собак надо кормить. Собаки ж хлеб не будут есть. Хотя будут, но я думаю, они мясо больше любят. Все годится. Это мы собрали. Даже еще и осталось 8. Так, поехали. Так, тут бы собаку не убить. Не убили. Годится, 43 уже семени. Где-то торчит подонок, вы не знаете? Он же может торчать где угодно. И тростник надо, наверное, собирать потихоньку. Так, тут мы все собрали, пошли теперь посмотрим вверх. На нашу секретную лабораторию, о которой никто не знает, кроме меня.
И добываем здесь еще нашу пшеницу. Смотрите, как мозг в темноте горит. Блин, загляденье просто. Я вот не знаю, на ту гору буду строить мост из стекла. У меня столько нет стекла. Нет, ну круто, круто. Нет, на ту гору буду обычный ставить, промышленный. Самый простой. Из земли и камня, наверное. Так, урожай собрали. Хлеба нам, я думаю, хватит надолго. Теперь, тем более, можно собирать каждый день. Все. Готово. Люки закрыты, а здесь уже вырос следующий. Мне нравится собирать урожай. Так, иди сюда. Извини, но мне тебя надо убить. Потому что там с собаками что-то непонятки какие-то. Что-то я ее кормлю, она меня все еще не любит. Не с тобой. С тобой все в порядке. Так. Что с тобой не так? Почему ты не радуешься, когда я тебя кормлю? Ты ранен, что ли? Еще отворачивается, но ест. Отворачивается, но ест. И сюда. Ладно, ему скормил и так много всего. Все, сиди здесь. Сиди здесь, смотри в окно. Я пошел, мне надо выспаться. Прошлой ночью, по-моему, не спал в конце прошлой серии, поэтому... Поэтому мне нужно спать сейчас. Но я не могу, чтобы не собрать тростник. Можно руками его собирать. Вполне. Отлично. Применение к тростнику я пока не знаю. Потом выясним, но я думаю, вещь полезная. Все, собрали урожай тростника. Этот восстановится через несколько дней. Годится. Тростника 36. Все, надо идти спать. Давайте сюда сбросим. Пшеницу, во-первых. Да и тростник. Да и зерна, собственно, в таком количестве. 21, можно все сбрасывать. Это я что нашел? Светло-серая шерсть. Шерсть у нас тут, да? Или тут? Тут у нас шерсть. Белая шерсть не влазит. Круто. Круто, круто, круто. Надо третий сундук ставить. Так, а че ж она не влазит? Что тут такое лишнее? Красный камень. Хорошая вещь, кстати. В обучении говорили, что на нем все основано. 11 стрел. Это что, порох? Саженец березы. Можем березу посадить. Если очень надо, сахар где-то нашел. Бутылочки всякие, цветочки. Блин, куда шерсть деть? Белая шерсть, земля. Землю, я думаю... Нет, землю мы оставим, мало ли. Мало ли, мало ли. Так, тут только еда, но мы здесь второй сундук поставим. Обязательно поставим. Давайте, наверное, сейчас это, наверное, сделаем. Вот здесь бы второй сундук поставить. А вверх наверх? Ну ладно, давайте посмотрим. Сундуки. Сколько надо? Ого. 8 досок. У нас только не будет, наверное. 8 березовых досок. Ну давайте еще один сундук поставим. Давай. Вот так вот. А сюда будем докладывать то, что связано с шерстью. С шерстью, остатками монстров. Здесь будут цветы. Хотя пусть будет и то там. Хотя бы буду знать, где что находится. Все, годится. Годится, можно идти спать. Все, что надо, я разбросал. Кирка, кирка, кстати. Кирка нужна нам. Или там уже добудем. Ладно, посмотрим, как пойдет копка. Нам надо, цель на сегодня, облачиться в железные доспехи. Потому что без штанов бегать уже в который год, сами понимаете, можно и простудиться. Меч у меня хреновенький.
А вдруг монстры? А где у меня инструменты? Вот, у меня есть запасной. Факелы нужны. Палки нужны. Лестницы пока не нужны. Давайте возьмем еще факел. Что это такое? Еловые доски пока не трогать, дубовые доски пока не трогать. Бревно из акации. Бревно из березы. Еловое бревно, бревно из акации. Давайте березу. Береза нафига. Давайте распилим на палки. Нет, на доски. Потом на палки. А эти две доски пока оставим. Так, есть, палки взял. Факел сейчас сделаем. 12 штук, я думаю. Будет самое оно. Ну что, я отправляюсь. Вот видите, овцы уже восстановились, поэтому их можно не жалеть. Давно я не заходил в эту шахту. Давно это было. Последний раз. Там я слышал какие-то звуки, поэтому меня это немножко отпугнуло. Я, наверное, с собой возьму телохранителя одного. Этот хорошо сидит, пойдем. Пойдем, мне страшно одному. Ты идешь? Пес, ты идешь? Ёпта. Посмотрите на этого террориста. Прям к моему подъезду подошел. Не знаю, собака пойдет или не пойдет. Это ее дело. Дверь, конечно, открою для нее. Если она пойдет, конечно, то она появится. Пауки. Я слышу здесь пауков. Ну и вот наша шахта. Самое страшное место. О, собака здесь. Самое страшное место в нашем доме. Пойдем. Я тут начинал копать в самом начале игры. Смотрите, эти дырки страшные. Так, ты сиди здесь. Если что, чтобы я знал, что я здесь не один. Где мы находили железо? Не помню точно. Будем копать сюда. Нам нужно только железо. Я не планирую здесь сделать большую шахту, просто как для ресурсов самых необходимых. Большую шахту я буду делать в другом месте. Вы знаете в каком. Ну что, будем спускаться? Что это за порода такая? Я чувствую, нам надо будет больше материалов, чтобы делать кирку постоянно. Так, это мы добываем с вами диорит. Но это не то, нам надо спускаться ниже. Нам нужен металл. Металл в любом виде. Не откажусь от золота. Не откажусь, если найду. Знаю, что оно есть. Но для начала, конечно, нужен металл. Ну что, полкирки уже нет, зато камня напасем. Сможем мост построить. На тот этот холм. Так, давай-ка сюда факел. Давай сюда факел. Я сюда выберусь хоть. Выберусь. Пока я тут все ужасно выглядит. Знаешь, говорю, мне только нужно металл найти. И ничего больше. Хотя, место опасное весьма. Спускаемся аккуратно вниз по ступеням. Особо ступени здесь строить не буду. Все, уже надо кирку идти делать. Надо несколько кирок сделать. Но у меня не было с чего делать. У меня камня даже не было на эту минуту. Ладно, спущусь. Нет, тут все можно не копать. О, нашел еще один какую-то породу. Знать бы, где какая порода. А если зажмут сейчас? У меня даже меча нормального нет. У меня каменный меч. Золотой. Железо сейчас сломается. При первом же ударе. Так, много диорита, но... Нет металла.
Все, кирка сейчас помрет. Еще на метр ниже. Где ж металл-то? Да, выбираться будет весело. Собака-то здесь еще? Так, давайте факел. Еще на пару ударов. Нет, на один. Так, более темная порода пошла. Что мы это все время добывали? Булыжник — это хорошо. Андезит и диорит. Все, больше ничего здесь не было. Ладно. Теперь мы сделаем несколько инструментов сразу. Слушай, я неплохо зашел, далековато. Не глубоко, конечно. Так, собака, можешь сидеть здесь. На всякий пожарный. Сиди пока тут. Не так страшно. Пойду быстро что-нибудь изготовлю. На случай если. А этот ушел уже? Слушай, я ж не знаю даже, когда ночь наступает-то в этой шахте. Часов-то нет. Можно с собой, конечно, брать этот. Вернее, не брать, а сделать там еще, внизу вот этот станок свой. Так, ну давайте. Кирка каменная. Я думаю, штуки две. Правда, еще палки нужны. Березовые доски. Березовые доски есть. Это и факел, если что, сделаем. Уголь есть, все остальное есть. Так, выкладываем лишняк, булыжник. Отлично, в дерево выбросил, да? Выбрасываем андезит, диорит и булыжник. Булыжник вообще у нас фактически первый получился. Так, хорошо, в общем. Тут вопросов никаких нет. Идем дальше. Металл не обнаружен. Пока только камни, булыжники, но, видимо, еще слишком мелкая шахта. Хотя я находил же металл, помните? Я же как-то создал первый свой меч. Как-то первый меч свой создал. Так, собака не так стрёмна, реально. Она хотя бы, если что, в полицию позвонит. Камон. Да, шахта, конечно, не самая идеальная, но ладно. Я же говорю, это экспериментально. Чисто пойти или камня набрать, или этого. Или вот этого андезита, хотя зачем он нужен? Для декора. Ну, давайте углубляться. Блин, ну где-то ж он должен быть. Но это как бы шахта не предназначена для того, чтобы здесь, наверное, искать, да, что-либо. Мне так кажется. Может, надо было все-таки идти туда, на соседний холм. Ну а как же, без штанов на тот холм идти, скажите, пожалуйста. В одних трусах-то. И то, если они есть, это я не присматривался. Понятно, что надо на соседний холм идти. Там прям создан он для того, чтобы его... бурлить. А здесь мне вообще-то надо, конечно, чтобы часами не выходить из шахты. У меня ж нет же телепорта никакого. Блин, ну где ты? Металл, ну ты издеваешься. Я уже скоро в ад пробью дырку. А тебя все нет. Так, а что это за порода, которая сыпется? Опа, что-то нашли. Что это за порода? Что это? Гравий. А он лопатой добивается? Андезит, булыжник, диорит, гравий. Лопатой добывается? Уголь нашли.
Да, не везет. Даже угля нет, прикиньте. Нашли гравий. Мне-то немного надо. Мне надо. Я не собираюсь здесь долбить дыры. Я понимаю, что здесь особо нет минералов. Но мне надо самое необходимое, чтобы добраться до... О, нашли металл. Металл, 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 металл. Это металл. Это металл. Так, надо это место оградить. Собака, иди ленточки неси. И фотографа. По-моему, это металл. По-моему, он так выглядел в начале игры. Нет, это не металл. О, железная руда. Все, нашли. Нашли, друзья. Нашли, нашли, нашли. Мне больше и не надо это, собственно. Вот этот уголок. Не, ну как не надо? Но побольше найти, конечно. Сюда надо копать. Вон здесь. Его немного, но он есть. И сразу, наверное, на плавку надо отправлять. Все, что ли? Вот вам и весь металл. Небольшие залежи, конечно, но можно еще попробовать в сторону бабахнуть. Все, это весь металл, который был. Что за дела, да? О, еще металл. Я знал, что он здесь. Давайте здесь пробовать. Есть металл, есть контакт. Отлично. Сейчас сделаем все в броню, облачим. И сделаем себе железные инструменты. Вот тут металл. И будем жить-поживать. Все, металла больше нет, да? Ладно, копай, где-то на этом уровне он. Сейчас кирка сломается, пойдем тогда пла... О, нашел еще. Главное его не потерять. Есть, 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 есть. В правильном направлении движемся. Все, нашли металл. Давай следующую кирку. Вот он родной. И его тут много. Ну как много? Сколько найдем весь наш? Надо в бок посмотреть, может в боку еще что-то есть. Нет, здесь нет. Ладно, мне, наверное, хватит того, что я нашел. Мне так кажется. Все, годится. Этого пока предостаточно, я думаю. Тем более, сейчас ночь уже наступила. Конечно, да, здесь с монстром лучше в этой шахте не встречаться. Неудобно выбираться. Тут, конечно, чтобы делать шахту, надо ее тоже... Над ней трудиться. Не так, как у меня. Она должна быть удобная. Все, собака будет жить пока здесь. У меня на каждом уровне по собаке. Пусть стережет. Так, да, ночь наступила. Уже, правда, скоро даже рассвет. Мы все еще... А мы все еще бегаем. Вон уже тростник даже вырос. Так, давайте плавить. Давайте плавить. Мы нашли 27 кусков железной руды. Ну, все, пошел процесс. За ночь, конечно, не выплавится, но хоть что-то. 27 руды, неплохо. Все, я пошел спать.
Жалко, что ночью она не плавится автоматически. Было бы, конечно, круто. Проснулся, она уже все поплавлена. Ну, конечно, тогда просто ложишься спать и все, и весь Майнкрафт. Просыпаешься, собираешь и все. А тут хоть какой-то режим ожидания. Так. 3 слитка. Но это очень мало. 4 слитка. Чтобы сделать броню, хотя бы железную, мне нужно. Но шлем у меня есть. Грудь у меня есть. У меня нет штанов. 7 штук. У меня нет железных сапог. Короче, 11 слитков мне надо. Только сюда, лошади у меня пока нет. Так, 11 слитков. И плюс щит. 11 слитков, 12 слитков, короче, и дерево, да? Любое дерево. Любого типа доски. 6 штук. Пойду схожу за досками. Пока плавится, пойду схожу за досками. То, что нужно, мы нашли с вами. Поэтому в этой шахте пока приостанавливаемся. Подождите, не сюда пошел. У меня просто много ходов. Вот эту лестницу хорошо сделал. Одной кнопкой можно взбираться. Вот сюда мне надо было пойти. Так, тут никого. Опа! Снайпер. Проклятущий. Попался мне здесь. Зараза. В глаз попал стрелой. Так, главное, прется за мной в дом. Вы видели эту наглость, господа коровы? Жуть. Так, ладно. Все, я могу здесь поработать малость. Желательно подальше от дома, чтобы не портить березки. Березовый лес. Надеюсь, это растет. Конечно, меня могут накрыть. Кстати, мой железный меч выдержал, между прочим. Сражение со скелетом он выдержал на последнем издыхании уже. Сказал подальше от дома, и все равно иду к дому и рублю березы. Кто-то рычит. Внимание. О, грибочки. А как их собрать? Один оставим для разживки. Отлично, мне мухоморы, кстати, нужны были. Пусть будут. Все, я домой. Еще и мухоморов нашел. Если что, я знаю, где искать мухоморы. Это очень крутые грибы. У меня есть белые, теперь еще и красные. Вот красный один посадить будет. Может, он разрастется там внизу у меня. В моем грибном погребке. Посмотрим. Так, все, хорошо. Досок набил. По-моему, меня не съели. Сейчас я посмотрю на свою печь, которая все еще плавится. Да, она все еще плавится. Нет, она уже не плавится. 27 штук. Это все, что я смог найти. Все, грибы жарить не будем, да? Жалко, пропадает. Песка нет? Нет, у меня песка нет. Кстати, я лук добыл. В бою. Выпал из монстра. Жалко обычный. Могли бы дать и хороший. А что с него, костей не выпало? Нет, лук с него выпал, но тоже неплохо. Так,
Кремень сюда, гравий сюда, диорит, 64 булыжника и андезит. И еще 29 булыжника и немного древесинки. Все, готово. Гора, я до тебя доберусь когда-нибудь. Это моя мечта. Но пока что я готовлюсь только к этому походу большому. Там еще надо будет что-то построить. Ну ладно, это мы с вами сделаем. Так. Так, господа, давайте, давайте плавиться. 27 штук. Имеется. 27 металла. Создаем, что у нас? У нас броня еще ничего, я вам скажу. Могло быть и хуже. Давайте хотя бы железную броню сделаем. Штаны. Наконец-то я буду бегать не в трусах по Майнкрафту. Это время пришло. Что это такое? Ножницы. А зачем? А зачем? Неплохо. А вес не надо убивать? Ну да, чтобы шерсть добывать. Если будешь каждый раз убивать овцу, то... Ну, мясо, в принципе, можно было бы добывать. Ну ладно. Баранину можно есть. Ладно, пусть ножницы пока остаются. Мне нужно следующее. Мне нужен щит. Нет, сначала давайте подождите, наденем штаны. А то щит в руках, а в труселях. Все, есть. И сапоги. То босиком бегать тоже, как вы видите, опасно. Можно проколоть себе ногу. 4. Осталось 16. Так, куда? Да не сюда. Вот сюда. Нет, не сюда, вот сюда. Отлично, я теперь... Я теперь в доспехах. Ну как, и с косой, а? Как смерть. Нафиг. Хорош. Создаем щит. 6 древесины. Я набрал вот этого добра. Создаем щит. Щит создается здесь. Его можно создать только одного типа из металла. Больше вариантов нет. Создали. Ё-моё. Так мне ж полэкрана не видно теперь. Хорошо. Ладно, создаем теперь меч. Железный наш сломался фактически. Меч обязательно. Вот насчет инструментов я не уверен. Инструменты, может быть, мы еще как-то повременим с ними. Железный меч. Есть алмазный меч. Давай железный меч. Забабахаем. Вот и весь металл. Так, когда каменный меч, я оставлю дома. Но это на случай, если грабители придут. Есть. Бревна выбрасываем. Палки пойдут с нами. Хотя куда они нам пойдут? 13 железного добра еще осталось. 13 слитков. Можно сделать кирку железную. Железная кирка, я знаю, в обучениях говорили, добываются редкие металлы. То есть, если мы найдем металл, мы его просто не сможем добыть, если у нас не будет железной кирки. Но пока она нам не нужна, я вам скажу. Наша цель вон там. Вон там наша цель. Я думаю, там шахты поинтереснее получат. Там даже что-то горит, мне кажется. Вот смотрите, как будто кто-то огонек зажег на том холме и пытается мне что-то сказать. Иди сюда. Может, это тот мужик с длинными ногами? Всякое возможно. Так, ладно. Давайте думать дальше, что будем делать. Я хотел посадить мухомор у себя в подвале, чтобы он размножался. Сейчас посмотрим, сможет он размножаться или нет. И вообще не размножается там? Что-то по виду как-то они не очень спешат размножаться. Где мой пес? А, вот он. Тут пока все окей. Монстров нет. Странно. Грибы больше не растут. Что не так? Почему они больше не растут? Что, их удобрять как-то надо? Так, дайте мне один мухомор. Один посажу для... приличия. Посмотрим, будет он размножаться... Или нет, вы слышали, да? Кто-то появился здесь. Ну и звук. Ладно, ждем мухомор. Не знаю, сколько он лет будет размножаться.
Тут, может, их проредить надо немножко. Не знаю, не растут грибы. Хотя куда им расти-то? Больше-то некуда расти. Давай вот этот уберем еще. Вот так. Два мухомора я посажу здесь. Смотрим, будет толк, не будет. Лучше двери все закрыть. Будет толк, не будет, не знаю, увидим. Уже может быть даже завтра. Эти мухоморы и грибы надо, естественно, сохранить. Для дальнейших моих дел. Хорошо, тростник растет, не как грибы, видите, уже целый. Можно идти опять собирать. Так, ладно, вон луна появляется. Хорошо. Грибы, мухоморы сдаем. Редкая вещь. Белые грибы тоже три у меня есть. Если что, посадим еще где-нибудь. Металл. Предлагаю сохранить металл. Достается он нам не так легко, как хотелось бы. Палки тоже можем оставить здесь. Две доски тоже оставим здесь. Чем мы сейчас займемся-то? Будем планировать мост на тот холм? Или как? Ладно, давайте сначала выспимся. Я теперь со щитом, как-никак. Смотрите, с мечом, между прочим. Теперь я, блин, ого-го. Ладно. Со щитом все-таки надежней. И у меня появилась отдельная ячейка, видите, для него. А как защищаться? А как защищаться щитом? Просто интересно. Но мечом я понял, как бить. А защищаться? Или он автоматически будет защищаться? Ладно, не знаю, сейчас узнаем. Узнаем, сейчас узнаем. Тихо. Есть какие-то подозрительные элементы. И тут надо облагородить проход. Утопцы. Чё-то я вас больше не вижу. Там водоросли, кстати, внизу. Нужны они мне, нет? Ну, пока у меня водоема нет нормального. Пока не нужны. Так, что мы будем делать здесь? Здесь надо тоже что-то делать. Там опять леса, 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 холмы. Там вон вообще песок. Сколько хочешь, только туда надо еще добраться. Но я туда попаду через тот холм. Там песчаный карьер, походу. Ладно. Надо как что-то думать здесь. Что-то думать здесь. Я сейчас пока не знаю, что я здесь буду думать. Но это место надо захватывать. Ну, по идее, вот оно само себя и захватило. Вот этот будет наша высота. Здесь я что-то построю. И здесь что-то построю. Как нам это все красиво вывести? Камня надо много, наверное, да? Ну, давайте справа возведем что-то. И слева возведем что-то. Одинаковое, чтобы оно было. Ну, начнем, наверное, с перехода. Давайте сделаем переход. Подождите, я хочу на себя посмотреть. А, вот как щитом пользоваться. Смотрите, нашел кнопку. Все, я в броне. Рыцарь. О, вот с кнопкой со щитом. Убрал щит, поставил щит. Убрал щит. Это как бы присел, да? А, это не щит, это ты просто приседаешь. Но, по-моему, ты блокируешься, по-моему. Ну да, наверное, тебя не могут ранить. Так, дайте себе. Для Инстаграма. Фоточку, да? Воин со щитом. Нет, присаживаться не будем, это напоминает что-то другое. Нормально, нормально. Только на мосту ты сливаешься, конечно. Давай вот здесь, на краю. Тут ты, конечно, убьешься сейчас, но все же. Вот здесь, на краю мира, вот, фотканемся. Только шаг не делай назад.
Все, о. Рыцарь в доспехах. Симпатяга. Симпатяга, смотрите. Это весь мой мир, который я захвачу рано или поздно. Так, ладно, убираем. Не балуемся туда. Ох, чуть шаг не сделал. Туда, куда не надо. Давайте вот это с вами облагородим. Чтобы у меня здесь был нормальный вход. Не по земле я прыгал. Пошли камни, мы как раз набили нормальное количество. По-моему, я со щитом стал немного медленнее бегать. Или в этих доспехах. Или мне так кажется. Так, 41, я думаю, хватит. Лестница у нас есть? Нет, лестницы у нас, к сожалению, нет. Это можно еще взять с собой. Давайте создадим пару лестниц. Четыре. Дайте ось. Так, лестница есть. Угу. Ну, давайте убирать это дело. Потому что заходить сюда неудобно. Ну да, вот так будут две лестницы. Теперь вообще-то не долезу. О, тут два камня будет. Так, так. Овца, сейчас пойдешь на мясо, если не успокоишься. Ну и тут будет две лестницы. Во-во. И сюда. Нет, это лишнее. Ну вот так. Лобысь и влаваемся сюда. А здесь мы поставим тоже два факела. Во. Нормуль, по-моему. Не промажу, да? Мимо лестниц. Это можно, конечно, еще тут она придумать всякое. Но нужно ли? Вот типа такого. Опять же, лишний расход камня. Я, конечно, в шахте побегал. О, вот так, наверное, будет лучше все. Вот это лишний. Вот так и два камня поставлю. Вот этих. Раз, раз. И два, два. Как раз на это количество и нужно было. Вообще как гробница какая-то получилась у нас. Но нет, это переход. Это переход на соседний остров, друзья. И смотрится довольно неплохо. Вот такое сделал крыльцо. Ну что? Что? Давайте, наверное, планировать, что будем делать здесь. Потому что туда мне еще рано. На тот холм. Надо привести порядок на этом холме. А то захватывать второй холм, не доведя до ума первый, неправильно. Трупики. Они, кстати, наверное, ушли. Они, наверное, поняли, что я их не боюсь. Смотрите, их вообще нет больше. В этом полуозере. Вот это можно сносить, стачивать вот это вот все, что внизу, видите. Хотя, если у меня будет здесь спуск, то тогда не надо. Я еще не решил, что там у меня будет. Ладно, давайте думать, что будет здесь. Кирка. Здесь у нас будет... Так, раз, два, три... Раз, два, три. Земля, камень. Во-первых, все надо заложить камнем, мне кажется. Раз, два, три блока. Раз, два, три блока. Ну, потом идет уже как идет. Но недалеко, конечно. Не сильно будем расходиться. Не будем строить большую фигню, но... Кое-что построить здесь хочется. Или сточить это все. Нет, это надо поднимать. Наверное, по-любому надо поднимать. Конечно, можно землей поднимать. Она дешевле вообще-то, чем камень.
А здесь мы поставим... Да, давайте, наверное, слой земли сделаем. Пошел я за землей схожу. Надо на уровень подняться. Земли у нас гораздо больше, чем камней. Сточить и положить камень. Или прям туда положить. Сейчас подумаем. Земли мне надо дофига. Мне он исчисляется уже в сотнях она. Да и камень давайте сюда. Может пригодится. Камня у меня 64 еще. У меня двор, правда, еще не приведен в надлежащее состояние, но ничего. Двор мы всегда успеем, у нас укреплен стенами, поэтому стены выдержат любого недоброжелателя. Ну что, здесь надо поднимать двор, да. Поднимать, скорее всего, землей. Хотя как землей поднимать-то? Тогда будет некрасиво. Нет, все-таки камнем надо поднимать. Я не знаю. Да, вот это точно. Давайте. По чуть-чуть. Камень. Камень, камень. И здесь окаймление пошло, видите? В два блока. То есть и здесь я делаю окаймление, да? Только не разбей стекло. Заодно будем собирать все это добро. Так, есть и здесь окаймление. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Забираем этот камень. Не знаю, что я делаю, но, наверное, нужно что-то. Все, это станет потом зеленый. Потом блок один сюда идет. Раз, два, три. Потом блок сюда. Это я забираю. Это не нужно. Правда, уже день закончился. Это овца. Это овца. Ну все. Это тоже земля будет. Два блока и один блок идет сюда. Это я просто вход делаю, чтобы он был одинаковый. Раз, два, три. Он одинаковый уже не будет, потому что здесь один, а здесь два. Вот это выбирай. Во. Ну, тут, конечно, не такой камень. Здесь я сейчас уберу. Чтобы все было одинаково. Так, есть. Тут мы ставим камень. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут четыре все-таки. А я что-то считаю, что здесь их... О, зомби уже появились. Смотрите. В золотых доспехах. У меня железные. Паук появился. Я видел, как он это сделал только что. Вон тварь стоит. О, еще один лучник. Смотрите, сколько там снайперов-то вылезло. Именно на этом холме. Так они и тут могут появиться легко. Вполне. А вон они все там. И там золото, короче, надо валить, иначе сейчас прибьют. Сейчас начну уже стрелять со всех дыр. Так, раз, тут мы все закладываем. Ну там я уже примерно буду строить. Вот так, тут надо аккуратно. Смотрите, он стоят. Уроды. Я пас перебил, конечно. Но нет времени, извините. Пойду высплюсь. Да, на открытом воздухе меня сразу пришьют. Столько лучников, представьте. Рядом монстры. Ну, зараза. Но я перестраховался.
Чё-то я запутался. Как там моя собака, интересно, в туннеле, который я оставил дежурить? Вот моя тайная дверь. Ну где там монстр? Она с той стороны. Ну ладно. Хорошо, что две кровати. Стало немножко легче спать. О, вот он. Смотрите, сколько их в фиолетовых штанах. И дальше он один. Ой, ты горишь, приятель. Дай хоть посмотрю на твою кончину. Да и не посмотрю. Так, мне нужен лучший вид. Он спрятался, он не хочет видеть. Не хочет, чтобы я видел, как он умер. Ладно, пофиг на тебя. Пошли дальше. Пошли дальше, не сдаемся. Тут, по-моему, спокойно. Так. Замаскированных в овец врагов не было. Тут все четко. Тут должно валяться было столько луков всяких. И прочей фигни. Здесь столько зомби было. С восходом солнца что-то ничего не изменилось. Так, раз, два, три, четыре. Вот это вот раз, там два. Вот эти два мы снимаем. Раз, два, три, четыре. А, вон они стоят. Смотрите, в золотых доспехах стоит до сих пор. И хоть бы что. Нормально. Ждет меня, пока я оттуда выйду, прикиньте. Вот же сволочь. И торговец с ним заодно. Так, вот так вот. Четыре. От этого будем отталкиваться, потом уберем. Ну и все. И вот такой вот сделаем захват. Основанный на моем каменном покрытии. Так, там 4, там 2 еще в бок идет. Ну и здесь 2 в бок идет. Есть. И здесь будем закругляться, да? Раз, два, да. Этого, я думаю, мне хватит. От этой площадочки до вот этого дерева. Все, я не буду, конечно, облеплять, потому что не хватит камня. Ну что, он еще жив? Смотрите. Так и хочется пойти его убить и забрать доспех. Так нельзя доспехи забирать. Или можно, но пока мне, наверное, не везло. Так, вот. Получается у нас окаймление двора. Два блока здесь и два блока здесь. И дальше как получится. Дальше уже просто делаем квадрат. И вот такой вот. До этого холма. Тут площадка получилась офигенно. А что? У нас тут будет выход. Выход и, возможно, спуск. Тем более в лес можно выйти. Вон, смотрите, грибяра вырос огромный. Вот это же гриб, походу. Там тоже он большой дом какой-то. Вон гриб, видите? Это гриб. Круто. Грибы меня окружают постепенно. Потихоньку окружают. Ну что, я думаю, до вот этого вот уровня мы с вами захватим. Это, конечно, многовато, ну ладно. До вот этого. Здесь у меня будет, наверное, сад. Не хочу здесь не ставить никакие дома. Мне так домов уже хватает. Здесь, наверное, будет микросад.
Поэтому можно все заделывать деревьями. Только сейчас охвачу свою зону, заберу территорию. Посажу здесь деревья. Может быть, грибы. Не знаю, как вон там. И будет у меня сад. Почему бы и нет? Разобьем его здесь. Сад за стеклянным мостом. Может быть, еще что-то построим. Не знаю. Не знаю пока. Не знаю. Много чего хочется сделать. Давай пока землей забьем. Чтобы его немножко поднять. У нас же нет фруктовых деревьев, да, наверное, в этой игре? Я бы фруктовый сад бы сделал, конечно. Так, годится. Но это может и не надо ставить, эту стену. Можно оградить просто. Или поставим стену. Нет, если мы постану, какая высота вот этих вот перегородок? Высота перегородок, ну, в принципе, половина меня, да? И плюс еще один блок, наверное, лишнее будет. Наверное, будет, да, лишневатое. Ну, да, выходишь здесь раз, сад. По центру, может быть, что-то сделаем еще. Пока не знаю. Раз, два, три, четыре. Вот это тащим и отрезаем вот так. Прямиком отрезаем. Ну, я думаю, нормально будет. Нормально. Потом сделаем окаймление. Давай закрывать. Камней, правда, не хватит, но мы с центра возьмем. И заменим их землей. Я дошел? Я не знаю. Дошел. Вот сюда надо доходить. А нет, отсюда. Вот эта линия. Вот эта линия идет по этой части. Во. Вот так. Вот она. А здесь мы тогда уже вырезаем. И будем заделывать землей. Давай, пробивай дырку. Так, есть. Все правильно получается, да? Думаю, да. Готово. Готово. Это тоже убираем. Ненужный элемент. Зато камни появятся. У нас в инвентаре. Так, готово. Убираем это. Ну вот. Только теперь делаем окаймление, чтобы получилось как там. Ну там у меня будет выход с террасой, между прочим. Вот она, терраса моя. Ну а здесь мне выход, по идее, то особо и не нужен. Поэтому здесь все сносим. О, даже курица уже пришла оценить. Мои трудобудни. Что я тут наделал? Да, вот так вот. Вот так вот это тоже убираем. Даже факел появился свой личный. Будет земля, наверное. Стачиваем. Отлично. Отлично. И это убираем. Зачем это нужно? Если что, потом достроим. А зато камня сколько напасем.
Так, есть. Холм наш. Целый день трудился. У меня еще одна есть. Блин, у меня нет уже. Я думал, у меня есть запасная. Вот зараза. Не дали доработать. Не дали. Не дали. Ну и ладно. Не особо-то и хотелось. Пошли тогда сделаем еще одну. Ну что, вот так мы спускаемся. И здесь у нас будет разные чудеса. Только надо это все оградить. Все, тростник вырос полностью. Можно собирать заново. Кирку, пожалуйста. Чего нет? Двух палок. Палки у меня, по-моему, были. Как раз две. Так, палки. Можно сделать железную, но я пока на вот такие вот работы буду использовать эту. Обычно. Это курица. Без паники. Это просто курица. Так, сносим это. Это все, что нам нужно сделать, наверное, на сегодня. Потому что дальше я пока планирую. Буду планировать, что делать дальше. Желательно ускориться. Или поставить здесь факел. Конечно, он сильно нас не спасет. Но камень желательно убрать сегодня. Все. Все, хватит. На сегодня, я думаю, хватит. Сейчас я тут еще покажу, что сюда лучше не ходить. Началась стройка. Вот это давайте еще сточим. Вон мой курятник видно. Можно, если был бы бинокль, посмотреть, как там куры поживают в той области. Так, этого. Ну тут, по-моему, все четко. Эту землю я потом уберу, это для того, чтобы просчитать блоки. Два справа, два слева. Ну а дальше будем думать, что мы будем здесь с вами крутить. Но это будет точно сад. Это точно будет приусадебный у нас здесь участок. Без овощей. Грядок нам, я думаю, хватит. Просто визуально что-нибудь сделаем. Цветов, может, насадим. Может, деревья какие-то здесь будут. Пока еще не решил. В общем, разберемся. Там вон завистники стоят по всем холмам. Их надо, кстати, тоже оттуда выпулить, чтобы они там не стояли. Но это тоже вопрос времени. Ладно, смотрите, как мост у меня как будто неоновый. Благодаря освещению. Смотрите, как он горит ночью. Вообще класс. Здорово смотрится. Сейчас я на это посмотрю с вершины своей теплицы ультрамодной. Смотрите, вообще класс, как мегаполис какой-то нафиг. И вот так там тоже такое сделать, и будет очень круто смотреть. Может быть, даже стеклянное окаймление я сделаю, чтобы он смотрелся у нас в ночное время, с космоса было видно. Ну здорово. По-моему, здорово. И туда такой же проведем. Вон черное что-то стоит по центру. Потому что ходить пешком здесь... Да, это был этот... длинный черный мужик уже исчез. И туда я проведу мост когда-нибудь. Когда у меня будет достаточное количество материала. Возможно, тоже стеклянный. А что?
А кто меня остановит? Да никто. Только надо стекла побольше. Чтобы было стекла побольше, нам надо вон туда добраться. Там, где песчаный карьер. Смотрите, сколько там песка. Вон прям дофига его. Но опять же, пешком преодолеть это, конечно, далековато. Но что-то светится он. Возле той горы. Короче, гора это идеальный, это кладезь просто для того, чтобы там что-то добывать. Не то, что я здесь копаю. Здесь самое необходимое только надо. А там надо строить профессиональную шахту. Вот именно в том холме. Я прям чувствую, что туда мне надо. Именно там мне надо копать. Ну, посмотрим. Посмотрим. Тогда песка надо побольше. Он что-то вот над горой начало подниматься. Это звезда поднимается? Да, это звезды поднимают. Это окно здесь приходит. Ладно, я готов идти спать. Дальше будем думать, что делать. И как мы этот сад будем с вами облагораживать. Но мне пока все нравится. Как там все происходит. Все спонтанно происходит. Не без всяких технологий, без всего на свете. Просто тупо блоки. И желание что-то построить. Все. Тут кто-то рычит, плюется опять. Наверное, наверху. На этом, наверное, мы закончим нашу серию. Мы достали в этой серии доспехи. Это, конечно, круто. Можем уже смело идти, наверное, в разные концы этой карты. Добывать, например, песок, где его реально много. И этот доспех нам, наверное, поможет в наших похождениях. Ну, посмотрим в следующей серии. Давайте. Хотел сказать, ляжем спать. Не тут-то было. Рядом монстр. Ну, я тогда здесь упаду. Ты же не против? Монстр. С видом на... свой мир. Эта музыка страшная. На свою долину, которую когда-нибудь захвачу. Ладно, друзья, на этом все. На этом все. В следующей серии начнем проектировать наш сад. Наш ультрамодный сад, который находится вон там. Вон за тем стеклянным мостом. Спасибо, что смотрели. С вами был Дмитрий, канал Shadow, игровые миры. До новых серий в Майнкрафте. Пока.